Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Се Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Се Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манохар Ванча калпотаруваша кипасинду бхавича патитананг павуни бхавишна вибью намо нама муканкароти вача ланг пангун ланг хетгирим ят кипатам аханг банди парама анандамадвам бриндавай тусиде бой пиявай кесва сача Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо нама Нараяна намаскритта нарунчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане кришна катхо падеше Гаурия патрашо пракаса неча Садануракта гуру бхакти юкта Бхакти прамадакша жагодаруна Дейям сада парибхавагнам авиштадухам Тетхас падам сива виринчанутам сараньям Ветаттихам панатопал бхавадипутам Банде махапурусате чарна аравиндам Ятпадапаллаванакачандамани чатая Биспуриджитакимапикабавадушвадарш Пурнануррагра сусагра сару мурти Сарадхика мои када кипам карош Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita Bhujau Kanuka Bodhato Шанкиртанай капитару камала ятакша Вишамбару диджавару югадхарма палу Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibha Rupam Bhuktin Cha Muktin Cha Dada Sinitam Бхаванурупена саданаранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара бигуши твабам бхагам Нараяна приямананга мадапарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджасва бадане лакшмир жасва ча бакшаси Джасьясте хидай самбид твам нишингам ахам бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама 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 Хари Хари.
Naitat mano me tabo kathasu vaikunthanatho sampriyate durito dushta masadutivram kamaturam harsasoka bhayaishanartam tasmin katham tabagatim bimisamidinah Naitat mano me tabo kathasu vaikunthanatho Sampriyate durita dushtam asadutivram kamaturam harsasoka bhayaishanartam tasmin katham tabagatim bimisamidina tasmin katham tabagatim bimisamidina Gaudiya Gosthipati Гаудия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, не погружайтесь в материальный мир. Постоянно помните о своей изначальной сварупе. Старайтесь помнить о ней. Не погружайтесь в материальный мир. Будьте осторожны. Then you can develop attachment. Если вы погрузитесь в этот мир, вы разовьете привязанность, вы привяжетесь к нему. А если вы будете привязаны, то вы не сможете выйти из оков материального мира. Возникнет много проблем. Поэтому Прабхупад говорит, мы живем в материальном мире, поэтому для нас естественно взаимодействовать с людьми этого мира. Этого невозможно избежать. Но при этом Прабхупад говорит, что мы не должны привязываться, не должны слишком погружаться в этот мир. Естественно, что невозможно избежать взаимодействие с людьми. Тем не менее, можно изменить настроение людей, с которыми мы общаемся. Бхактивинода Такур говорит, что из комментариев к Упадешамрите Бхактивинода Такур говорит, что если вы будете вступать в близкие, в тесные взаимоотношения с материалистами, не избежать проблем. Да, взаимодействие с людьми необходимо, его никак не избежать. Тем не менее, можно избежать близкого общения. Если я буду общаться только на внешнем уровне, не вступая в близкие взаимоотношения, привязанности не возникнет. Шрила Прабхупада вновь и вновь говорил, что не приняв прибежище Апракрита Шабда Брама, невозможно выйти за пределы материального мира.
There is no other way, alternative way. Yesterday I was discussing about Shabda Brahma, Parabrahma. Вчера мы говорили о Шабда Брахме и Парабрахме, которые являются воплощением высшей милости Чайтанья Махапрабху. Имеется в виду, что Махапрабху по своей глубочайшей милости донес знания до нас о них. Нужно помнить о том, что Шабда Брахма подобен бесконечному океану. Не имеет границ. Шабда Шастра не имеет границ, и мы своим крошечным ограниченным мозгом не способны постичь его в полной степени. Можно Я в действительности не способен извлечь сливки из всех шастр, поскольку мои возможности ограничены, и в связи с этим я должен полагаться на Шрота Пантху. Это то, чему учил нас Махапрабху. Те наставления, которые дает нам Гуру Варга, должны исполняться нами в точности. Без малейшего отклонения мы должны строго следовать им. Без сомнений. Если же мы начнем спорить, противоречить, это повлечет за собой наше падение. Ведь в Бхагавад-гите сказано, если у меня нет полной веры в Прабхупад, Бхактивинода Такура, если меня беспокоят сомнения в них, это будет причиной моего падения. Именно поэтому нам необходимо полагаться лишь на Шрота Пантху. С самого начала необходимо верить, обладать твердой верой. Пример этому. Вы ребенок, и на день Сарасвати Пуджи ваш отец собирается начать ваше образование. Он приглашает пандита, чтобы тот обучал вас грамоте. Он учит буквам. Это буква А, это буква О, это Б, Б. Если в этот момент ребенок начинает спорить, почему это вы говорите, что это А? Есть у вас какие-то доказательства этому? Что это А, это что это О? Я не собираюсь верить вам, я не собираюсь следовать тому, чему вы меня учите. В таком случае этот ребенок так и останется неграмотным. Поскольку для того, чтобы получить знания, необходима первоначальная вера. Вера в то, что гуру и вайшнавы не могут обмануть нас. Это то, с чего мы сможем начать. Постепенно, благодаря саду-санге, которую я буду совершать, я узнаю многое о Шабда Брахме. О том, как, что делать нужно, что нужно избегать. И в конце концов я достигну зрелости благодаря своей садане. И в конце концов смогу выйти из за материальные границы этого мира. Прохлад Махарадж говорит, что мой ум бестолков. Хитер. Поэтому я не могу сосредоточиться на Харикатхе о тебе. Вайкунтханатх, соответственно, Вайкунтха Шабда Брахма. Вайкунтханатх — Господь, повелитель Вайкунтхи.
Чистые преданные также находятся на трансцендентной платформе, на которой пребывает Господь. Когда же я нахожусь на материальной платформе, как я могу достичь их, платформу трансцендентную? Естественно, что мне нужно возвыситься до их уровня при помощи баджана. Это возможно сделать лишь при помощи баджана. В противном случае я далеко от них. А если я на таком огромном расстоянии, если я не нахожусь на их платформе, то как я смогу служить им? Именно поэтому в Арчан-падхьяти сказано, что даже в материальном мире те, кто для того, чтобы по-настоящему поклоняться полубогам, необходимо самому стать полубогом. Если вы не занимаете их платформу, то вы не сможете оказывать им настоящего служения. Что уж говорить о Господе, который трансцендентен. Из-за своего ума я не хочу слушать о тебе. Он асаду, то есть он осквернен. Как я уже говорил, вы можете омываться три раза на дню. Это не говорит о том, что вы чисты. Поскольку чистота возникает в сердце, когда вы можете постоянно памятовать о Верховном Господе. Я постоянно говорю об этом. Это мантра, которую мы повторяем постоянно. В ней говорится, что на внешнем уровне и на внутреннем уровне можно очиститься лишь при помощи памятования о Верховном Господе. Итак, осквернение — это кама, то есть желание, материальное желание оскверняет нас, и вот это и есть настоящее осквернение. Я плачу, когда я лишаюсь того, чего я хочу. Я радуюсь, когда получаю то, что я хочу. Я плачу, когда сталкиваюсь с какой-то опасностью. Но на самом деле счастье, удовлетворение, чувство, что все в порядке, человек испытывает, когда он понимает, что все его желания исполнены. Но в отношении прошлого, настоящего и будущего найти не существует ни счастья, ни несчастья. То есть, когда мы говорим «я очень счастлив», «я очень расстроен», все это относительно и материально. Что благом является для вас, что вы считаете благо для вас, может быть чем-то неблагоприятным для меня. То, что хорошо для меня, может быть плохо для вас. Люди разные. Все зависит от предыдущих самскар, от ранее накопленных самскар. Махапрабху говорит, что нам не нужно думать обо всем этом. Вместо этого мы должны сконцентрироваться на апракрита шабда брамане, на харикатхе и киртане.
в третьей шлоке Чайтанья Махапрабху говорит, в третьей шлоке Шикшаштакам, прежде всего, необходимо стать смиреннее, чем трава под ногами. Это то, без чего мы не сможем совершать Харинама Санкиртана. Стать таким еще более всепрощающим, чем дерево. Как объясняет Махапрабху, когда кто-то приходит, чтобы срубить дерево, дерево не возражает, оно не спорит. Дерево отдает все, что у него есть, на благо других. Фрукты. Тень. То есть фрукты дерево не ест само, оно отдает другим. Оно образует под собой тень, но страдает от солнца. Тень, для которой могут воспользоваться люди, чтобы укрыться от зноя. Кто-то использует листья деревьев, кто-то дерево, древесину. Итак, Махапрабху советует нам принять прибежище Шабда Брамы. Но что подразумевается под этим? Необходимо практиковать, повторять, слушать Харикатху. Все это невозможно делать без смирения, без Тринадапи Сунич. Как вчера я говорил, Шабда Брама и Пара Брама едины. Когда я произношу какой-то трансцендентный звук Апракрита Браман, Апракрита Шабда не отличен от предмета, который называется, который, то есть название не отлично от самого предмета. Как святое имя Господа Хари Кришна, это Апракрита Шабда Браман. Оно не отличное, не отлично от самого Кришны. Если мы достигнем должного уровня, по милости Гуру и Вайшнавов, мы сможем повторять подлинный, чистый Харинам. Ради сатсанги необходимо избавиться от асатсанги, от неблагоприятного общения. Они не могут сосуществовать. Те, кто обладает трансцендентным разумом, лишь они могут видеть Кришну. Мы не можем увидеть его при помощи материальных органов чувств. Наши материальные органы чувств не могут прикоснуться ни к каким трансцендентным предметам, ни к чему трансцендентному. Сасу саджеда буддима, because
Без сатсанги мы не можем прогрессировать. Благодаря трансцендентному звуку, который нисходит с уст чистого преданного, хотя мы, может быть, и не можем в полной степени воспринять его, но если мы будем слушать, наступит день, когда мы почувствуем, что Шабда Брахма обладает сварупой. Можно задаться вопросом, как шабда, как звук может обладать сварупой. Это я буду объяснять впоследствии. Махапрабху не давал лекций. Но на протяжении всей своей лилы он показывал нам, что он хочет находиться в сатсанге на протяжении 24 часов в сутки. Когда он физически не находился в сатсанге, он совершал ее на уровне ума. Если у меня нет возможности быть около вайшнава физически, я могу памятовать о них. Сатсанга должна быть беспрерывна. Если возникнет промежуток, именно в это время майя деви, иллюзия, нападет на меня. Может быть, это какой-то небольшой отрезок времени, но именно в это время майя деви заставит нас пасть. Махапрабху слушал Харикатху о Рай Рамананде. То есть Апракрита Санкиртна поможет мне выйти из оков материального мира и достичь абсолютное благо. Сейчас вернемся к вопросу о том, как возможно то, что звук может обладать сварупой. Да, это действительно так. Даже материальный шабда обладает сварупой. Если бы это было не так, то как бы можно было составить кардиограмму? Когда бьется сердце, в соответствии с его с биением, стуком, биением, можно составить кардиограмму. Или, к примеру, как раньше, были пластинки, которые воспроизводились при помощи граммофона. То же самое с рекордерами. Они работают по одному принципу. Так, это доказывает то, что звук обладает, даже материальный звук обладает сварупой. И уж если материальный звук обладает сварупой, что уж говорить о трансцендентном звуке. В Веданта-сутре
Вчера я много говорил о Веданта Сутре. Сегодня я должен выделить один стих. Икшан в этом стихе означает смотреть, видеть. И там говорится, что не нужно смотреть на материальный звук. Он обладает сварупой, поэтому не нужно смотреть на него, на него. Когда мы разговариваем по телефону, мы можем услышать о чем-то и составить свое представление об этом предмете. Но следующее, что говорится в этом стихе, наставление, всегда старайтесь видеть апракрита шабда брахмана. Что же тут подразумевается? В трансцендентной обители апракрита шабда брахмана обладает определенной сварупой. Вриндаван, Говардхан. То есть сейчас мы произносим их трансцендентные названия, но в трансцендентном мире они находятся в проявленной форме. Мы должны стараться увидеть апракрита шабда брахман. Харикатху мы также можем видеть. Прабхупад много раз говорил. Много существует статей на эту тему. Шрила Бхакти Шакшидар Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж и так далее. Встретиться с Шабда Брамой означает встретиться с Бхагаваном. Слушая Харикатху, из лотосных уст чистого преданного это то же самое, что встретиться с самим Господом. Hearing Harikatha from the lotus mouth of the pure Guru Vaishnava is the same meeting with Bhagavan. Same thing Prabhupada also told. То же самое говорил Прабхупад в комментариях на Упадешамриту. Повторять Харинам и встретиться, непосредственно встретиться с Бхагаваном, это одно и то же. Таким образом, мы должны иметь твердую веру в Харинам. Прабхупад дает нам указание на то, что при помощи практики, повторения святого имени, мы сможем достичь трансцендентного мира. В отношении этой темы я бы хотел коснуться истории с Харидас Такуром. Намачарья Харидас Такур. Намачарья Харидас Такур и Махапрабху однажды разговаривали, обсуждая Харинам и другие темы. Махапрабху задавал вопросы, а Харидас Такур отвечал. Один из вопросов Махапрабху был следующим. Деревья, горы не могут двигаться, они неподвижны. А люди и другие живые существа передвигаться могут. Так как же могут получить благо
Те, кто двигаться не может. «Прабху», — ответил Харидас, — «ты громко повторяешь Харинам». В это время вибрация твоего повторения расходится в разных направлениях. Давай возможность получить благо даже неподвижным живым существам. Нынешние технологии работают по этому принципу, но несколько сотен лет назад Харидас Такур уже сказал о нем. Даже если вы находитесь в Америке, вы можете услышать то, о чем мы говорим сейчас. То есть, когда Махапрабху произносит громко святое имя, Шабда Брама достигает горы, достигает деревья и все, что находится в окружении. К примеру, мусульмане не хотят ни слышать Харинам, ни повторять его. И в отношении них Харидас Такур сказал: «Не переживай, когда они говорят «Ха-рам», они никогда не произносят святое имя Кришны или Рамачандры, но когда они говорят «Ха-рам», это слово, которое используется в их лексиконе, оно не подразумевает ни Рамачандру, ни Хари. Тем не менее, мы знаем, что в шастрах сказано, что если даже кто-то невнимательно или в насмешку, в шутку произносит святое имя, Вайкунтха нам очистит их сердца. Итак, когда мусульмане произносят харам, они не имеют в виду ни Рамачандру, ни Хари. Но как раз-таки Рам-нам очищает их грехи. Хоть они и не подразумевают под этим словом Рамачандру, они несознательно, бессознательно произносят имя Рамачандры, Рам. И оно помогает, оно очищает их. Таким образом, весь мир может быть освобожден благодаря Харинама Санкиртане. Махапрабху принял рождение здесь, в Майпур-Адхаме. И с самого начала он начал проповедовать славу святого имени. Как я уже рассказывал, когда он плакал, для того, чтобы успокоить его, окружающие начинали повторять святое имя, и он перестал плакать. Когда Махапрабху родился, все вокруг повторяли святые имена. Несмотря на то, что он был новорожденным ребенком, его влияние Пурна Брамы, влияние Бхагавана было настолько же сильным, как когда он стал взрослым. Когда он родился, люди, все, кто жили здесь, бессознательно начали повторять Харинам. Они не понимали, почему они сейчас хотят повторять, но они повторяли. Они принимали омовение в Ганге и воспевали святые имена Господа. И сказано, что Махапрабху явился под
святые имена. Со временем Махапрабху начал показывать причину своего прихода. До того, как посетить Гаю, Махапрабху осуществлял разного рода лилы. Но он полностью переменился, приняв прибежище у Шварапурипады в Гаядхаме. Когда он вернулся с Гаи, он был погружен в настроение разлуки. Он устраивал санкиртану в Шрива Сангаме, санкиртан раз. На протяжении целого года она продолжалась. Несмотря на то, что мы that is also we can discuss. So, material separation is dangerous. Что материальная разлука опасна. Material separation means we are going to jump into Maya. Материальная разлука погружает нас в майю, когда, к примеру, умирает жена, или отец, или кто-то из наших близких оставляет этот мир, мы погружаемся в разлуку с ними. И такое материальная разлука погрузит нас в океан страданий и повлекет за этим наше падение. Материальная разлука никак не способствует нашему прогрессу. Она не помогает, она, наоборот, навлекает иллюзию. Или я... переживаю за потерю денег или близкого. Но трансцендентная разлука, та, что называется вираха, this viraha, viraha feeling is the only thing by the help of which we can cut all material bonds. При помощи чего можно избавиться от материальных оков. Вираха поможет избавиться и от материальных оков. Вираха с вайшнавами, с Бхагаваном. Трансцендентная вираха помогает нам вырваться из оков материального мира и развивает в нас вайрагию, отречение. Именно поэтому Сарвабхаума Бхаттачарья написал эти строки. Когда вы испытываете разлуку с кем-то, кто находится на трансцендентном плане, вы избавляетесь от материальной привязанности. Это происходит автоматически. Когда вы испытываете трансцендентную вираху, она обрубает все привязанности в материальном плане. Когда ребенок умирает, мать рыдает, как сумасшедшая. Если вы в утешении, чтобы утешить ее, предложите ей что-то, ничего не поможет. Она ничего не станет слушать. Итак, разлука в материальном плане приносит лишь проблемы.
Махапрабху. Махапрабху же показывает нам совершенную превосходную крипу, говорит нам о том, что пока мы не начнем чувствовать разлуку с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном, мы не сможем вырваться из оков материального мира, избавиться от материальных привязанностей. В Рамананда Самваде, в разговоре Махапрабху с Рай Раманандой, мы видим, что затрагивается эта тема. Какая вираха самая... Какая с кем разлука больнее всего? Это вайшнава вираха, разлука с вайшнавом. Вайшнава вираха это то, то есть с кем бы то и с чем бы то ни было разлука способствует лишь нашему падению, но разлука с вайшнавами способствует нашему возвышению. Итак, посетив Гаю, Махапрабху был погружен в глубочайшую разлуку, в глубочайшее чувство разлуки. Окружающие думали, что он заболел, они пытались лечить его, наносили на голову лечебные масла, поливали водой, но ничего не помогало. В действительности Махапрабху являл эту разлуку для того, чтобы преподнести нам урок. Многие не знают, но однажды Махапрабху хотел обсудить с Вишнуприей что-то трансцендентное. Однажды она услышала о том, что Махапрабху хочет покинуть Навадвипу, покинуть дом. Она отправилась, и когда она услышала это, она отправилась в дом своего отца. Перед этим она спросила: «Прабху, я слышала, что ты хочешь покинуть дом». Махапрабху не мог ответить, не смел ответить. Но позднее он был вынужден сказать ей: «Если ты и я не сделаем жертвоприношение», то есть это не слышал никто, это было сказано наедине. Махапрабху и Вишнуприя находились одни. «Если ты не сделаешь это жертвоприношение, я не смогу спасти этот мир». Вы знаете, почему Махапрабху принял саньясу? В Навадвипе были те, кто хотели напасть на Махапрабху, были те, кто сомневались в нем. Сомневались в подлинности чувств, которые он испытывал. Кто-то завидовал, критиковал. Впоследствии Махапрабху сказал Шивас Пандиту: «Я пришел в этот материальный мир для того, чтобы помочь людям. Я хочу вылечить их. Я принес им лекарства. Но я вижу, что их болезнь развивается, прогрессирует. Я хотел помочь, но происходит полностью противоположное. День за днем их болезнь становится все страшнее. И я не знаю, что делать». Также Махапрабху был вынужден обсудить это с Шачиматой, поскольку правило Махапрабху было таковым, что чтобы он не задумывал сделать, он прежде всего советовался со своей мамой. Он говорил ей об этом.
И то, как он получил разрешение принять саньясу от Шачиматы, было подстроено очень разумным образом. Махапрабху сказал Вишнуприе, что если ты не поможешь мне, если ты и я не совершим это жертвоприношение, мы не сможем помочь, я не смогу помочь этому миру. Когда я приму саньясу, когда я оставлю свой дом, оставлю жену, те, кто критикуют меня, смогут взглянуть на меня другими глазами. Когда они увидят, что я оставил дом, они поймут, что я оставил всю свою собственность, богатство, оставил молодую жену, оставил любимую мать. И буду, как нищий, ходить от двери к двери, распространяя харинам. Тогда эти люди, которые критикуют меня, станут уважать меня, оценят меня и смогут принять ту милость, которую я принес для них. Итак, в день, когда Махапрабху, в ту ночь, когда Махапрабху оставил дом, он при помощи йога-майи подстроил так, что Вишнуприя не смогла понять, что он уходит. Поздней ночью он выбежал из дома и помчался к Нидоя-гату. В настоящее время то место, где находился Рудра-двип, протекает Ганга. Это находится как раз в той области, Нидоя-гат. Нидоя означает бессердечный. Махапрабху был полон решимости. Он бросился в Гангу. Было раннее утро, не было лодок, и он переплыл, ему пришлось переплыть реку, и он, выбежав, выйдя из реки на другой берег, он помчался в Катву. Добежав до Катвы, он отыскал Кешава Бхарати, чтобы получить от него саньясу, но Кешава Бхарати сказал, я не могу. Махапрабху возразил, он даже обещал. Он сказал, нет, я не могу. Если я дам тебе саньясу, я буду ответственен за ту боль, которую станут испытывать твоя жена и мать. Это навлекет на меня страшный грех. Я не хочу совершать этого. Парикмахер, к которому обратился Махапрабху, чтобы сбрить свои волосы, не соглашался. Увидев прекрасные локоны Махапрабху, парикмахер отказал ему. Но для Махапрабху возможно все. Прибегнув к помощи йога-майи, он и получил саньясу от Кешава Бхарати и сделал так, что парикмахер сбрил его волосы. С самого утра в Катве было печальное настроение. С самого утра окружающие говорили Кешава Бхарати, не смей давать ему саньясу. Если ты дашь ему саньясу, ты пожалеешь об этом. Мы
тебе придется заплатить за это. То есть они угрожали. Но так или иначе, при помощи Йогамайи Махапрабху смог получить все, что хотел. Там же присутствовал Нитьянанда Прабху, там был Мукунда. А также Чандра Шекарачарья. Все были там, рядом с Махапрабху, и рыдали. Но Чандра Шекара не мог даже двигаться, он был подобен статуе. Он не мог понять, что происходит. Он... Шачимата сказала Чандра Шекарачарью: «Отправляйся в Катву и приведи назад домой моего Нимая». Он не мог ничего поделать. Таким образом, Махапрабху получил саньясу и после этого направился во Вриндаван. Сокровенная причина принятия саньясы Махапрабху заключается в следующем. Он говорит: «Према — это моя собственность». By taking sannyas, Mahaprabhu started moving towards Vrindavan. Somehow, с внешней точки зрения не было совершенно никакого смысла для Махапрабху принимать саньясу, поскольку према — это уже это, према, цель саньяса — это уже было то, чем он обладал. Итак, Махапрабху начал свой путь во Вриндаван. Нитьянанда шел с ним. Все хотели отговорить Махапрабху идти во Вриндаван. И лишь Нитьянанда смог при помощи хитрости направить Махапрабху в обратную сторону. Тем не менее, он не смог изменить его настроение. Нитьянанда подговорил местных мальчиков, пастушков, указать Махапрабху ложное направление. Они кричали «Харибол, Харибол», и Махапрабху обратился к ним с вопросом, где находится Вриндаван. Но так как Нитьянанда заранее обучил их указать в противоположном направлении, они так и сделали. И благодаря этому Махапрабху пришел в Шантипур. Встретился там с Адвайта Гасаем, который ждал его. Он принял омовение в Ямуне. Принял омовение в Ганге, думая, что это Ямуна. Но когда он увидел перед собой Адвайта Ачарью, он понял, что Нитьянанда обманул меня. Итак, все преданные с Навадвипа, все, кроме Вишнуприи, пришли к Махапрабху увидеться. И там Махапрабху стал раздавать
не мы стал раздавать, щедро стал раздавать милость. Абсолютно все бежали к Шантипуру. Даже те, кто первоначально выражали оппозицию по отношению к Махапрабху. Таким образом, Махапрабху изменило сердца даже демонических людей, даже людей с демоническими наклонностями. Итак, по желанию Адвайта Гасая, на протяжении 7-10 дней Махапрабху совершал харинама санкиртану и раздавал санкрипу, милость всем и каждому. Прабхупад говорит, что до тех пор, пока мы будем просить кого-то о милости, то есть мы сможем принять чье-то прибежище, когда разочаруемся в собственных возможностях, когда мы поймем, что мы сделали уже все, что могли. Мы сейчас бессильны. Когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами и осознаем, что сами мы не можем разрешить возникшие проблемы. То есть пока мы это не осознаем, мы не станем прибегать к помощи другого человека. Когда мы осознаем свое бессилие, мы обратимся за помощью. Итак, когда мы обратимся за милостью к Махапрабху, к его спутникам, к Прабхупаде, Бхактивинода Такуру и нашей Гуру Варги, когда мы осознаем, что наша жизнь бессмысленна, когда мы поймем, что мы сами достичь успеха не можем. Когда мы осознаем, что наступит смерть, и нам придется оставить тело, и что будет с нами в будущем, мы не знаем. Итак, прежде всего, необходимо осознать свое плачевное состояние, свою беспомощность. Например, бедняки обычно обращаются к богатым за помощью. «Дайте какое-то количество денег, и я начну на них бизнес, свое дело». Или если вы хотите обрести какое-то знание, вы чувствуете свое несовершенство, вы обращаетесь к кому-то, чтобы восприняли как ученика, к тому, кто обладает знанием. Итак, только когда вы почувствуете свою ничтожность, свое свою беспомощность, вы обратитесь к тому, кто превосходит вас. Обратитесь к окружающим, к кому-то другому. Напрямую мы не можем получить милость от Господа, от Махапрабху. Об этом говорится в шастрах. Мы должны обрести ее не напрямую, но через Гуру и Вайшнавов. Итак, люди обращаются за разрешением своих проблем к тем, кто может им помочь.
Chamma Shastra Vibhodaya Rasodaya. Follow this sloka. So this kind of Daya was there in Chaitanya Mahaprabhu. I can give one example. Some devotee in Mindapur, so many examples I can give. Я могу привести этому один пример. Милость, которую выражает, или милосердие, которое выражает материалист, имеет границы. Но Чайтанья Махапрабху выражает милость безграничная. С одной стороны, кажется, что мы получаем кто-то милостив к нам, кто-то помогает нам каким-то образом, но за этим, как правило, всегда стоит то, что не будет для нас благоприятным. Сваруп Госай является вечным спутником Махапрабху. Когда Чайтанья Махапрабху принял саньясу и покинул Навадвипу, Сваруп Госай не мог вынести разлуки с ним. Он также оставил свой дом и отправился в Варанаси. Там он принял саньясу. Он не получил данду, но получил мантру. Его звали Сваруп. Сваруп Госай. Когда он вернулся с Варанаси, он будто бы ослеп без Махапрабху. Он не мог думать ни о чем, кроме как о Махапрабху. Итак, в Варанаси он как безумец получил саньясу, а затем начал размышлять, как встретиться с Махапрабху. Он узнал, что сейчас Махапрабху в Пурушоттама-дхаме. И так он отправился из Варанаси в Пурушоттама-дхаму. Он в действительности является вечным спутником Махапрабху. Но после того, как Махапрабху принял саньясу, произошла первая встреча в Пуре. В Гамбира-мандире он предложил свои поклоны Махапрабху и произнес эту шлоку. О Прабху, Ты — безграничный океан милости. Подобная милость не исходила прежде ни от кого. Никто не раздавал подобную милость. Мадхава Ачарья, Вишну Свами, Нимбарка Ачарья, Рамануджа Ачарья не давали такой милости. Это невероятно редкая милость. Во всей истории человечества, с момента существования этой планеты, такой милости не было.
никогда. Мы еще поговорим о том, насколько редка аватара Гауранги. У Господа много аватар, но как редко приходит Он в форме Гауранги. Итак, Сваруп Гасай со слезами произносит эту шлоку. День за днем я буду приводить свидетельство тому, что все, что говорил Сваруп Гасай, является совершенной сиддхантой. Итак, он лежал в Дандавате перед Махапрабху и произносил эту шлоку, возносил эту молитву. Ты — безграничный океан милости. Как сегодня утром я говорил, Каруна — это милость. Нет милости. Как осознать, что такое милость? Если милость есть, то вы, когда увидите, что кому-то плохо, почувствуете необходимость помочь. Итак, видя наше... Видя ваше плачевное состояние, мое сердце расплавится, то есть наполнится состраданием. Тогда я почувствую необходимым протянуть вам руку помощи. Итак, прежде всего, не Каруна. Милость, сострадание. Сострадание приведет к Дое. То есть это... Милость в примененной форме, то есть когда вы хотите конкретно что-то сделать. Каруна в непримененной форме, она находится в сердце, но ее не видно. Она просто плавит ваше сердце, и вы чувствуете боль страдающих. Если есть каруна, то вы считаете необходимым как-то помочь страдающим. Это и есть доя, милость. Сваруп Гасай говорит, что твоя милость настолько безгранична, что подобного еще не было во всей истории человечества. Все проявления милосердия в этом мире, пожертвования, что бы то ни было еще, имеет границы. В истории хорошо известен царь, который раздавал пожертвования, раздавал абсолютно все. То есть он раздавал пожертвования, и когда он осознал, что он уже раздал все, он пожертвовал свои собственные одежды. Подобный пример есть и в Махабарате. Царь Харишчандра раздал в пожертвование все, что у него было. Раздал абсолютно все, не оставив себе даже одежды. Царь Ашок также
my this kind of fighting, because Ashok wanted to fight. Ашок, царь Ашок хотел сражаться. Видя окровавленную реку, он увидел последствия войны и сказал, что он больше не хочет никого убивать. «Я больше никогда никого не убью», — сказал он. Итак, разного рода пожертвования совершались за всю историю человечества. Тем не менее, Сваруп Гасай говорит, «Твое пожертвование несравненно, нет ему подобных». Потому что твоя сварупа, твоя милость, твоя крипа, твоя доя решает абсолютно все проблемы живого существа. Как мы знаем, существует четыре изначальные сампрадая, но каждый из них обладает своей точкой зрения. Они практически схожи. Тем не менее, каждая обладает своей особенностью. У них завязываются большие споры о Веданте. Так Рамануджачарья написал что-то, что не подтверждал Джива Госвами. Рамануджачарья сказал, Брахма полна противоречий, разнообразия. А Джива Госвами сказал что-то, что противоречит этому. Но, то есть в конечном счете Махапрабху даровал нам превосходную милость. То, что превосходит все. Ту милость, которая превосходит все споры, все разногласия. Если вы помните, несколько дней назад я говорил об этом. Мадхавачарья, то, что говорил Мадхавачарья, Бхеда-бхеда таттва говорит о том, что все видимое и невидимое одновременно едино и отлично. Ачинтия означает непостижимое. И даже это слово не передает в точности. Осознать вы сможете, о чем идет речь, только когда ваше сердце будет наполнено премой. Только тогда вы сможете постичь ачинтья беда беда татву. Можно в настоящий момент говорить, но понять это возможно будет только, когда мы обретем прему. За этой концепцией, за материальными границами существует царство, где говорят на языке любви. Почему тигр слушал Махапрабху? Почему сумасшедший слон слушал Махапрабху?
Как это возможно? Это возможно благодаря существованию языка любви. Тогда, когда не нужно даже говорить. Но слова не нужны, но понимание всего приходит. Понимание. Когда сила материального мира заканчивается, начинается пространство любви. Царство, где общаются на языке любви. Итак, Мадхвачарья, Рамануджачарья обладали своей собственной точкой зрения. Да, их сиддханта была практически идентична, тем не менее, некоторая разница существовала. So this way there is some difference of their view, but when Chaitanya Mahaprabhu wanted to show, но когда Чайтанья Махапрабху through his character, through his behavior, everything, then all problem was solved. That one by one, принес свою милость, все противоречия были разрешены. Все споры между разными группами, которые обладали своими воззрениями, были разрешены при помощи милости Чайтаньи Махапрабху. Все споры, все сражения, противостояния закончились. Поэтому Сварупа Госвами говорит, что твоя милость, твоя доя настолько превосходна, что благодаря ей решаются абсолютно все проблемы, бесчисленные проблемы. В то же время Сварупа Госвами сказал, в материальном мире кто-то может и проявлять ко мне милосердие, так называемую милость, но она повлечет за собой горькие результаты, станет ядом для меня впоследствии. К примеру, отец семьи, глава семьи ушел, мать осталась одна, бедная, и дядя ребенка, который был в этой семье, девушке, пытается выдать ее замуж. Но в конечном счете эта проблема не то, что получает свое разрешение, а разворачивается так, что становится в разы больше. В храме в Миднапуре Шьямананда Гаудия Матх жил-был один молодой преданный. В то время, когда еще Шрила Санта Госвами Махарадж, Джаджавар Госвами Махарадж вместе проповедовали, они, объединившись, установили этот матх. Итак, там юноша ежедневно в этот матх приходил утром. И что-то подобное я видел и в матхе в Кришнанагаре. Один бедный, так называемый преданный, приходил утром и весь храм отмывал, мыл. Утром сначала приходил на арати, а потом весь матх мыл, а потом шел. И так каждый день. Потом уходил, и каждый день так. Итак, вот этот юноша в Шьямананда Гаудия Матхе
он посещал сначала арати, потом мыл храм, предлагал поклоны, слушал харикатху, но при этом он был очень бедный. Его мать была, осталась вдовой, отец уже давно умер. Итак, он сталкивался с большими проблемами за неимением денег, но вайшнавы проливали на него милость. Однажды его дядя, который был богатым человеком, сказал ему: «О, ты, у тебя работы нет, давай я тебе дам какие-то деньги, и ты на эти деньги откроешь свое дело по продаже листьев пана. У тебя есть земля, и ты можешь там начать выращивание пана». Прежде он был занят служением Бхагавану, смыл храм. И это способствовало тому, что вайшнавы благословили его. И в конце концов его бизнес настолько развился, что у него уже не было времени заходить в храм, даже предлагать поклоны божеству, что же говорить о том, чтобы храм мыть. Не было времени даже 5 минут поклониться вайшнавам. Итак, Махарадж встретился с ним и спросил: «Почему ты больше не приходишь?» «Махарадж, сейчас у меня, я очень занят, у меня такая работа, мое дело разрослось». Итак, он, деньги у него появились, и впоследствии мать устроила ему женитьбу, женила его. Женившись, он стал еще более занятым человеком, потому что и жене нужно было уделять время. Я знаю случай, произошедший с одним... Это случай одного ученого. Он был гастроэнтерологом, ученым первого класса. Он посещал Америку, Францию с лекциями. Сам он из Хайдарабада. У него было полно денег, но у него не было времени даже поспать и поесть. То есть эти деньги оказались для него совершенно бессмысленными. И все закончилось тем, что его жена ушла от него. То есть он был очень значимым человеком в обществе, но его жена ушла от него навсегда, потому что он был настолько занятым человеком. Так вот, тот юноша женился и стал еще более занятым. Потом родился ребенок. Так он все глубже затягивался, погружался в самсару. Оковы самсары так жестко связывали его, что он забыл обо всем. Так посмотрите, милость, которую оказал ему его дядя, в конце концов привела его к его падению. Он на самом деле не хотел ничего плохого, просто дал деньги, и это своего рода милосердие. Но вот это милосердие, вы сами видите, к чему привело. Подобный пример с Шрилой Бхактивалабхатиртхой Госвами Махараджем, когда он учился в Калькутском университете. Он хотел получить ученую степень, хотел стать адвокатом,
но проходя по улице, он увидел, что сушатся одежды шафрановые. Он зашел в этот дом, спросил у хозяина, что приехали вайшнавы. Да, он сказал, приехали, приходи сегодня на Харикатху вечером. И так он пришел на Харикатху и увидел там Мадхава Госвами Махараджа. Как только он взглянул на него, он даже не слушал Харикатху, он просто взглянул на него, его сердце полностью уже было отдано ему. Между тем, Кешав Госвами Прабху, ученик Прабхупады, говорил с... Поговорил с Тиртхой Госвами Махараджем, он сказал, ты что, с ума сошел? Хочешь учиться на адвоката? Ты вообще понимаешь, что тебя ждет? Если будешь каждый день сталкиваться с материалистами, тебя будут заставлять, то есть разрешать защищать разных негодяев. Нужно тебе это. Да, ты будешь занимать пост адвоката, и тебя будут уважать правительство, но каковы результаты этого? Да, все общество будет тебя почитать, но что с того? Жизнь уйдет, жизнь пройдет, и это приведет к тебе к большим трудностям. Тебе придется столкнуться с грязными делами материалистов, которые ты должен будешь разрешать. Подумай хорошо, благоприятно ли это, или же жить с вайшнавами и слушать киртан. Какой путь ты выбираешь? И в тот же момент Шрила Бхактивелла Тиртха Госвами Махарадж решил, что он не станет поступать. Итак, Шрила Бхактивелла Тиртха Госвами Махарадж до своих последних дней говорил о милости Кешава Прабху, которую тот на него пролил, что он указал ему истинный путь, он показал ему, каковы будут результаты, если ты пойдешь по тому пути. Итак, милость, которую пролил на Шрила Бхактивелла Тиртха Госвами Махарадж Кешава Прабху, не была грязной, не была ядовитой, не влекла за собой никаких негативных последствий. В то время как милость, так называемая милость, милосердие дяди того юноши, дала негативнейшие последствия. Когда вы... Итак, милость Махапрабху не несет никаких неблагоприятных последствий, лишь благо всем живым существам. Об этом мы продолжим разговор завтра. Приятте дурита душтам асаду тивирам каматурам харсасока ваяшанатам тасмин катам табгатин минас бимисами дина тасмин катам табгатин бимисами дина ванча калпатурвуске пасинде бевеш адитан бхаван бевеш. So hello dunito khedaya. Then one by one I can prove that all those were material man. День за днем я буду доказывать, что материальные.
Пандиты оставляют